Привет, меня зовут Эд, и сегодня я запишу для вас несколько видеорецептов на тему здоровья и красоты. Итак, у нас сегодня прекрасное средство. Первое, для устранения последствий растяжек, для того, чтобы нивелировать, так сказать, растяжки, и они были меньше видны. Также для питания, также это средство подойдет для лечения целлюлита. В сочетании, конечно, с другими различными средствами, если говорить конкретно о целлюлите. Итак, что нам нужно? Берем крем для тела, любой, желательно качественный. Покупаем мумиё в аптеке, в таблеточках таких мало, маленьких. Желательно мумиё должно быть или с Киргизии, или откуда-то, то есть или алтайское, где-то оттуда мумиё. Оно самое качественное, то есть производитель должен быть откуда-то с той мумиё. Или с Азии, или, по-моему, с Сибири, не помню точно. Очень качественное мумиё. И постепенно пробуем растворять это мумиё в креме. Оно долго очень растворяется, это может длиться час-два и даже день, но оно там растворяется. Две таблетки. Растворяем мумию в креме. И все. У нас после того, как оно все растворится, у нас все подготовлено. Потом берем для того, чтобы кожу хорошо очистить и отскрабировать, берем натуральный меленный кофе. Натуральный. Желательно, чтобы вы его сейчас помололи, а не вчера, позавчера, или купили, тем более в магазине, в пачках. Берем зерна кофе и мелим его. И сразу намочите свою кожу, например, на бедрах, или где вы хотите избавиться от растяжек и целлюлита. И осторожно начинайте этим кофе растирать кожу. Можно, в принципе, использовать и специальные косметические мочалки. Ну, поэкспериментировать, как будет лучше. На мочалку наносить кофе и потом это все мочалкой делать. Или руками. Как будет лучше, так и делайте. Конечно, нужен результат. То есть кожа должна быть хорошо, потом красная. Берем потом, после того, как вы хорошо порастирали, помассировали, идеально от 10 до 20 минут на каждой, например, стороне тех же бедер. Это идеально, 10-20 минут, это супер вообще. После этого быстро смываем, пока все красное, вытираем и намазываем этим кремом. Эта процедура, конечно, в итоге долгая, нужно очень значительное время этим заниматься. Конечно, нужно правильно и питаться, чтобы, особенно это касается целлюлита, конечно, целлюлита. Но она дает свои результаты. Через 2-3 месяца дает свои результаты. Кофе надо немного, я не знаю, сколько там, жменьку, кофе каждый раз. Эту процедуру можно выполнять сколько хотите. Идеально 2 раза в неделю. Ну, если хотите, можете 1 раз в неделю. Очень длительное время. 2-3 месяца. Результаты обязательно будут. Растяжки будут нивелироваться, то есть вот эти белые пятна от растяжек, они будут расходиться. Конечно, желательно в это время применить или и другое какое-то средство, народное или химическое, от этих проблем. То есть чередуя 2-3 средства, особенно от растяжек, ну, конечно же, и от целлюлита, вы добьетесь результатов значительно быстрее и обязательно 100%. На это обратите внимание. Вот, в принципе, и все. После того, как вы нанесли крем, все, он впитается, и вы можете прекрасно дальше уже ходить, работать, и что там у вас по плану. Все, на сегодня все. Спасибо за внимание, и смотрите мои рецепты красоты, и дальше. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Отвечу каждому. До встречи на моем канале. Всем удачи и мир вашему дому.